Маленькая щетинная кисть, номер 10, для основной работы. Кисть побольше, номер 20, для фона. И маленькая круглая кисть, из рыжей синтетики, для деталей. Начинаем работу, самой большой кистью. Закрываем фон. Той же кистью намечаем фактуру дерева. Пишем падающую тень от букета. Теперь, берем для работы кисть номер 10. Мягкие переходы легко получить, растирая краску полусухой кистью. Детали прописываем маленькой кисточкой из рыжей синтетики. Завершаем работу подписью в правом нижнем углу.